Маршрут перестроен. Участок Минска перекроют для движения всех видов транспорта. Кирпич установят от Советского до Урицкого в обоих направлениях. Поток машин направят в объезд. Автобусы, троллейбусы и маршрутки могут ходить по зданиям. По информации горисполкома, ограничения связаны с ремонтом дороги. Работы будут проводить завтра с 8 утра до 10 вечера.